Ребята, всем привет! Игорь, видео специально для тебя. Независимо на то, что сказал нам президент вчера. Продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Мы работаем и отправляем заказы, помогаем с технической поддержкой. Мы в таком усеченном формате сегодня работаем. Производство по домам, офис работает удаленно, приходится быть везде. Ты обратился с вопросом по поводу пленки YZC280, что у тебя на наводнении растворялось. Отпечатали, все легко, все просто. Сейчас посмотрим, как это делается. По твоему обращению, пленка, которая пришла, она была сухая, у тебя на воде она лежала больше 5 минут, вот, и не растворялась. Пленка с фабрики, которая пришла, она пришла вот в таком состоянии. Давай посмотрим. Давай поближе. Вот. Вся мятая, вся жеванная. Иногда с фабрики такое приходит. Но по тактильных ощущениях похоже, что она вообще вся высохла. Она шуршит, ну, как высохший лист. Кленовый лист. Кленовый лист, кленовый лист. Вот, но все печатается. Давайте проведем тест. Я вот уже отрезал один образец. Как мне думается, ты неправильно определил сторону. То есть сторону определяем. Мочим два пальца с краешку. Где-нибудь нам мочим уголок. И определяем, где липнет. То есть липнет вот эта верхняя сторона. То есть ей нужно класть на воду. А вот потому как она скручена, хочется положить именно вот этой стороной. Может быть, здесь у тебя была ошибка. Сейчас давайте произведем печать. Сейчас я руки высушу. Так, включаем циркуляцию. Так, снимаешь здесь, да? По настройкам, температура воды, в принципе, все стандартно, все как всегда, не вызвало никаких затруднений. 28 градусов, единственная пленка, она сворачивается вовнутрь, то есть нужно ее расправить и аккуратненько положить на воду. Делаю это не часто, поэтому как могу. Ты говорил еще про пузыри, которые образуются, когда кладешь на воду. Ну вот, положил, она сворачивается, можно сделать надрезы. Ну, в формате цейтнота такого не будем заморачиваться, потому что и так все работает. Запускаем таймер. 2 минуты ждем и работаем. Можно посмотреть, как текстура будет расправляться на воде. Там видно, да? Вот потихонечку начала расправляться уже. Вот здесь вот с краев. Здесь какой-то пузыречек. Вот, огромный пузырь вышел. По поводу хранения пленки. Пленку, когда отрезали под деталь, не держите ее на столе, сразу уберите. Это спасет ее от высыхания. У кого-то она может лежать долго, но вот в таком состоянии. Либо стрейч, либо в целлофановых пакетах кто-то тубусы использует, кто-то использует канализационные трубы. У всех методика своя, но желательно минимизировать соприкосновение с воздухом. Осталось 37 секунд.
Ребят, как у вас с заказами вообще? Есть что-нибудь? У нас тут заказ висит. Вот. Технолог не может добраться, не пускают в город. Он едет с Кошелева. Там пробка большая на 30 минут, 40. Сейчас, наверное, возвращается. Завтра, может, идет, будет делать. Один заказ на BMW в Black Chrome. Ну все, пока печатаем. Настройки стандартные. Видно, не видно. Одна атмосфера. Так. Тишка. Погнали. Все печатается, все элементарно просто. Справится даже ребенок. Ну все, Игорь, привет, звони, пиши, обращайся. Все, всем пока.